сейчас будет трюк от Бенникопа. Ну, не то, что трюк. Просто не топская. Приколюха. Система жизнеобеспечения включена. Морфий введен. И сюда. Так вот можно, в принципе, быстро пройти всю эту главу. Ой. Ну, тут все смерть. Благо тут сейф не подает. А, конечно, там еще круче. Ох. Хорошо было. Доктор Фриман, вы не сможете дойти пешком. Возвращайтесь наверх в машину. Там на фото. Кто против? Если не фу. Возвращайтесь наверх, Фриман. Машина на причале. Реально очень удобный метод перемещения между локациями. Ну или по локациям, неважно. Это у меня, если что. Хе-хей. Блин, я забыл то, что камень. Да. Ленда, хорош. Thanks, well. Ай. Обнаружен тяжелый перелом. Оу. Не, через... Мы пробрались через барьер. И умерли. Судьба, блин. Жопы чуйка. Обнаружен незначительный дерево. Блин, я просто... Не знаю, что ли. Есть такие маты, которые просто полностью перемещают камеру на 180 градусов. Сейчас. По скалам.
был бы шикарный. Обнаружен тяжелый перелом. Давай. Пора упрыгивать. Блин. О, это хорошо. Тяжелый перелом. Во. Кайф, мы сократили половину игры. Половину этой карты. Ух. Аккуратно. Требуется медпомощь. Сейф дилишн я делать не умею, поэтому придется выживать. Ладно, тогда идем на кран, а потом уже. Потом уже закончим. Должен быть ящик. Правоохранитель. Перфект. Офигеть, ящик, конечно, подходит. Камень, ну кто его сюда поставил? А, еще. Надо было тут один ящик оставить. Или нет? Ну... Внимание, опа, состояние критическое. Ну, ладно. Он. Там этот экран. Ну, можно, в принципе, закончить. С вами был Кривой Руки Пирыч. А это был Half-Life. Всем удачи и до скорых встреч.